Эти позывные впервые прозвучали в эфире русской службы BBC 8 ноября 1987 года, то есть 32 года назад. И это была, конечно, революционная передача, поскольку впервые в эфир выходили люди без всякой бумажки. Они говорили свободно, можно сказать, импровизировали. Но что еще более скандально, они открывали в эфире бутылку вина, и разливали ее всем участникам в настоящие стеклянные стаканы с тем, чтобы в эфире прозвучало настоящее стеклянное чоканье, что мы сейчас и продемонстрируем с коллегой, с профессором Томсом. Ваше здоровье. Спасибо, и за вас. Коротко скажу, почему вино. В 1987 году Горбачев боролся с алкоголизмом. И лучший метод, который он придумал, был уничтожение виноградников в Крыму и в других местах на Кавказе. Виноградную лозу, которая росла десятилетиями, может быть столетиями, убирали большими бульдозерами. Некоторые люди даже самоубийством жизнь кончали, потому что это была трагедия их жизни. И для того, чтобы противопоставить этому варварскому процессу самих себя мы попросили значит, бутылку вина в эфир, и кроме того, была идея создать некое подобие джентльменского клуба английского. Это значит, что джентльмены сидят, выпивают, так. но не напиваются пьяными. То есть процесс потребления вина должен быть цивилизованным и мы хотели стать, так сказать, ролью, роль моделями, то есть показать пример. Прекрасная что можно традиция. Пить на... Мне нравится очень. Англичане согласились. Вот. И потом в течение 19 лет на каждую передачу приезжала тележка из ресторана со стеклянными бокалами и привозила две бутылки вина. Я помню, в первый раз мы спросили: а зачем две? Они говорят: ну одну вы будете пить в студии а другую в аппаратной сидит техник. Прекрасно, он же не может смотреть на вас, как вы там распиваете вино. И поэтому в течение 19 лет потом мы ставили одну бутылку в студию, другую отдавали в аппаратную. И техник, как правило, одну бутылку сам выпить не мог. И поэтому в конце передачи он извиняющимся голосом говорил, «Извините, didn't quite manage». Didn't manage. И как мы здорово. несли бутылку ночнику, который ее допивал. Ну, а теперь, когда вы знаете предысторию вопроса и так. почему вино было в эфире, можем говорить о чем угодно. Отлично, отлично. Ну, о, просто я э, это для меня, конечно, огромная честь, действительно. Я а уже для нас-то какая вас... честь? Ну, спасибо. Но я столько уже знаю про вас, о вас и все-таки, конечно, всегда есть какие-нибудь вопросы, какие-то какие темы, которые еще не совсем вот так развернутым, скажем да, так, да, да, вот. Да. И очень хотел, как раз, поскольку я сидел и слушал с большим интересом вашу лекцию на днях, два дня тому назад, были вопросы, которые, к сожалению, я просто не успел задать. Первое было: вы, наверное, знаете, у нас появилось новое поколение среди наших молодежей – любители рока. Ну, скажем, вот так просто рок-музыке, особенно вот благодаря фильму «Богемская рапсодия», «Bohemian Rhapsody», как у mm -hmm. нас говорится. То есть это не только про группу Queen, но есть здесь очень хорошие вот кадры концерта Live Aid 1985 mm -hmm. года. Вот. Я помню вот этот концерт просто очень четко. И то, что группа советская «Автограф», «Автограф» появилась в первый раз в эфир, в прямом эфире, мы все так боялись, я помню, что мы там сидели, говорили уже вот так, вот через буквально через 2-3 минуты уже будет вот группа прямо, прям, трансляции из Москвы, автограф, и вы все увидите. Ну, а мы думали, что нет, ни в коем случае никак, это не, это, такого не будет никогда и вдруг и было mm -hmm. вот было так что для них наших студентов новые они теперь даже понимают что такое Live Aid, что это было как мировое событие mm -hmm. и в Лондоне и у нас в Филадельфии тоже mm -hmm. было я в то время учился в Филадельфии все и вот мне вот такой вопрос поскольку вы были уже в Лондоне какое там было впечатление там Уэмбли стадиум да? Ну, конечно, да. Вся страна и, поднялась, и вдруг... собирали деньги и все. Да. Но я вам про автограф могу отдельно вот рассказать. Именно, вот именно. Они бьет. когда приехали, естественно, связь с BBC тут же была установлена. Так. Я с ними встречался. Главный человек там был такой Дмитрий Ситковецкий, Ситковецкий он гитарист. Да. Он вообще, по-моему, на скрипке учился играть. Это вообще очень музыкальная семья. Угу. И его дядя Ситковецкий... Большой симфонический дирижер, с которым я тоже встречался и делал передачу. Так вот, автограф тогда были как бы разрешенной советской группой, потому что они играли все очень профессионально. Музыка такая была гладкая, бесконфликтная. Они аж такое там «За мир пели» или там «Спасем мир», там что в таком духе. Поэтому идеологически они были приемлемы и для советской стороны и для принимающей стороны тоже да мелодии публиковали да. вот их но группа не просуществовала долго потому что потом когда рынок в девяносто первом году стал открытым да. то они стали никому ну, не нужны не потому что для рок н рольщиков от них пахло старой советской властью да. знаете худсоветами и все и Ситковецкий, это Дмитрий, по-моему, потом переехал в Соединенные Штаты и занимался торговлей музыкальными инструментами, видимо, импортом из Америки. Вот в этого Красную. я не знал. Как да. интересно. Ну, я с ним как встречался так пару да. раз. Да. Он записал замечательную компакт-диск, называется «Зелло», который я использовал потом в своих передачах для оформления звукового ряда. Ну, в общем, вот такая вот семья, такая вот mm -hmm. судьба. А вот эта песня, которую они э, исполняли в то время э, Нам нужен мир, если я да. не ошибаюсь. Э, ну, это они сами выбрали, или, или это Скорее уже... всего, что какой-нибудь композитор написал. Потому что. Нет, тогда... именно для, для этого программы. Ну, то есть, да. для этой программы. Советские, они, они... Да, советские ага. композиторы очень защищали свою территорию. Ага, понятно. Они не любили самодеятельных авторов. Ага. И если ты хотел бесконфликтно существовать, то нужно было брать песни из союза композиторов. Mm -hmm. Ну, во-первых, они, конечно, всегда профессионально написаны. В них, может быть, не было искренности, так. и поэтому для открытого рок-н-ролльного рынка эти песни, так сказать, не стреляли, как говорят русские. Mm -hmm. да, потому mm -hmm. что это, ну, в общем, социальный заказ. Mm -hmm. И все понимали, что Советский Союз еще со времен Сталина каждый день призывал к миру но в это же время три раза в день готовился к войне, конечно, понимаете, конечно, да. поэтому была такая шутка: мы будем бороться за мир так, чтобы камня на камне не осталось. Ну великолепно просто. Ну а как, то есть в то время, поскольку вы все это вы видели вот это своими глазами, как это вам показалось, что советская советский ансамбль, советская группа играет? Прямой трансляции, то есть. На мне такой... было интересно, потому что связи тогда с Советским Союзом еще не было. Вот Эта перестройка только начиналась. Только-только, еле-еле, а, только первые шаги. Вот. Поэтому я встретил своих, как бы, товарищей музыкантов, вот. с которыми, если бы жизнь сложилась иначе, я, может быть, по гастролям бы ездил. И мне важно было окунуться в этот музыкантский климат по которому я испытывал ностальгию. Я угу. не ностальгировал по Советскому Союзу, по географии, по да. тем местам, где я жил или учился. У меня это все прошло. Но музыкантского общества мне не хватало. Потому что когда музыканты в группе едут по большой и довольно враждебной для тебя стране, угу. где ничего не организовано, где плохие гостиницы, где дует из окон, где дурные рестораны, где ты можешь отравиться в одно мгновение где, ну, в общем, все не устроено, и музыканты держатся вместе как семья. Uh -huh. Они друг друга поддерживают шутками, ими нужно трестить в каком-то вонючем поезде или в фанерном uh -huh. автобусе под марки Кубань uh -huh. по ухабистым дорогам на концерт uh -huh. и так далее. Поэтому вот этого климата музыкантского братства мне uh -huh. не хватало. Я с ними встретился, и, конечно, мы разговаривали в этом ключе, как музыканты uh -huh. с музыкантами. А что касается восприятия с английской стороны, то мне нравилось, что Боб Гелдов, который все это затеял, да. в прошлом недавнем был панк. Точно, да, он точно. принципиально не причесывал себе голову, ходил с, с кологоченными волосами. Все это да. И со своим ирландским акцентом говорил. Юги вас моли, юги us money!» Конечно также мне он нравился в этом смысле и им это, конечно, удалось они собрали тогда, не помню сколько денег, но больше миллиона, да, да, что да, в 1985 да. году были значительные деньги и со стороны да. вот Англии еще из да. Америки и так далее да. все это в миссии даже вот в течение целого года даже и долгих лет после этого еще копались вот но эти вы деньги. правы в том смысле, что для рок-музыкантов вот этот live aid угу. с миллиардной аудиторией стал карасальным трамплином вот. толчком вот потому что весь мир обратил внимание не только что это музыканты а то что они еще социально как бы озабоченные люди что им не все равно что у них есть совесть что они хотят помочь голодающим и в общем это было очень полезное для всех событий вот 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 так интересно очень спасибо спасибо а Именно, интересно, что в, в, именно в то время, в то же самое время, в 1985 году, вы об этом тоже говорили на вашей лекции: о, вот этих, об этих телемостах Space Bridge, как у нас вот так Space Bridge, телемост, я помню его прекрасно, как вот наш Фил Донахью, еще и советские Владимир Познер вели вот, вот эти встречи. А было в то же время, если не ошибаюсь, опять-таки, в Кембридж, то есть это Кембридж наш, около Бостона, Бостон-Москва, между женщинами в обоих городах тема была вот, ну, вот так жен, женский вопрос, скажем так. И вот там было, если я, опять-таки, не ошибаюсь, вот эта знаменитая фраза. А у нас в Советском Союзе, у нас в СССР нет секса. Mm -hmm. И вот, конечно, вот весь мир хохотало, поскольку вот ну есть все, очевидно, все понятно. Вопрос такой, что для вас вы уже вот так, не, целая лекция по, по тему так секс, наркотики, рок-н-ролл. Uh -huh. Ну, естественно, вот наш секс, секс, и рок-н-ролл. Такое, такое выражение, такая фраза, что у нас в Советском в Советском Союзе нет секса, что. Ну, что это значит? Ну, а, Во-первых, а во товарищ какой -то... Сталин так. был большим пуристом в жизни. Это точно. Он не терпел никакой разнузанности, и поэтому при Сталине были жестокие почти средневековые законы. Так. Если женатый мужчина имел какую-то интригу на стороне, и жена шла и докладывала в партийную организацию, что он ей изменяет, его вызывали на партийное собрание, могли исключить из партии, уволить с работы, и вообще он имел большие неприятности. Есть такой анекдот из этого времени. Мужчину вызывают в партийный комитет и говорят, на вас жалуется, жалуется жена, что вы не исполняете Супружеские да, обязанности. Да, он да. говорит... Ну, как должность практически. Да, не да. Спа... А он говорит, ну, я не могу. Ему говорит, почему? Он говорит, я импотент. А ему этот партийный секретарь говорит, прежде всего вы коммунист! Потому что он даже не понял, что такое импотент, в да, голову не приходило. Да, да. И я застал еще вот эту вот средневековую, почти испанскую инквизицию по поводу общественной морали. И это начало меняться, конечно, в начале 60-х годов, да. когда пришла, так сказать, с запада секс-революция, угу. а из страны под названием Венгрия в Советский Союз Стали завозить первые противозачаточные таблетки под названием Инфекундин. И Безум я себе. помню, шутил по этому поводу, что я был женат на татарке тогда, и татарская тема мне была близка. Так. Я говорил, что Инфекундин придумал татарский доктор Инфекундинов. Но вот эти первые таблетки раскрепостили тогда молодых девушек, конечно, только в столичных городах, Петербург, там Москва, и дальше всего этого дела не пошло. Я помню, когда я в эмиграции, впервые попал в Рим, а потом мы поехали в Неаполь, а потом мы поехали в Геркуланеум и там этот город, засыпанный э, пеплом. Угу. Среди прочих раскупок там были вот древние публичные дома, лупанарии. И в этих лупанариях мы, советские эмигранты, увидели ну, то, что сейчас называется порнографией. То есть различные Вау. там вот картинки, да, позы. Да, да. Я помню, что я в письме написал, что Древний Рим и вот эти вот раскопанные, значит, погребенные под вулканом эти люди... Да. Они в смысле сексуального развития находились впереди современной Рязанской области и Курской губернии и так далее. Много Почему? Выше, да. Потому что советские люди были задавлены, ничего это вот, было неизвестно. Вот, вот. И поэтому и культура личных отношений, и семейных из-за этого очень, так сказать, страдала, как мне кажется. Хотя, может, я не прав, потому что с раскрепощением нравов и семьи стали рушиться. Mm -hmm. Раньше были семьи покрепче. Ну, и для вас вот такие темы, то есть я имею в виду теперь вот программу в BBC, были какие запрещенные темы? То есть или или вы или в то время, или сейчас можете выбрать что угодно к, с точки Но зрения темы? BBC, тем. как большая корпорация, в каком-то да. смысле слегка напоминает Советский Союз. Именно. А именно. Именно. Они вас, как продюсера, как редактора, угу. учат и воспитывают так. профессионально до такой степени, пока вы сами знаете точно, где находятся рамки. Mm -hmm. Скажем, опытный редактор в советское время, он даже не задумывался, что можно пускать, что нельзя. Это было у него как шестое чувство. А кто определяет эти рамки, где они находятся, кто это определяет? Ну, начинают с общего принципа. Скажем, на BBC BBC начиналось в 1946 году, русское mm -hmm. вещание. Yeah, yeah. И тогда же джентльмены, которые заправляли всем вещанием, они определили принцип, что можно критиковать идеологию, mm -hmm. можно критиковать деятельность правительства, но на личности переходить ни в коем случае нельзя. Понятно. Поэтому принцип Понятно. BBC это до сих пор сохраняется. А если вы включите советское телевидение, там они друг друга просто без конца кроют, А ты так, там идиот, да, ты там да, жулик и так да, далее, да. далее. Вот это совершенно заходит за рамками дозволенного на BBC. И поэтому, если ты знаешь четко «Producer's Guidelines», что у нас называется, то ты можешь свободно, с точки зрения русских, довольно рискованные темы поднимать. Но угу. это будет в рамках того, что на BBC и в корпорации дозволено. Интересно. И очень. примерно то же самое было с советской стороны. Как я всегда шутил, что у вас можно, у нас нельзя, а что у нас нельзя, то у вас можно, mm -hmm. потому что ты в, в эфире можешь личные комментарии любые делать. А интересно, вот, поскольку вы говорили про Советский Союз, а потом Англию, mm. а вы чувствуете какую-нибудь разницу между, скажем, вот Соединенными Штатами и Англией? Вы понимаете, В этом смысле. освобождение женщины, так. которое было провозглашено сразу после революции, привело к странным таким вещам. Почти все врачи, во всяком случае, детские, были женщины. Угу. Да? Угу. Были типичные женские профессии, о которых американцы даже себе представить не могут. Например, штукатур и маляр – это была женская профессия. А штукатура – это жуткая работа, это mm -hmm. надо этот цемент или штукатурку, поэтому были такие тетки с мощными руками, которые все это делали. Или, скажем, железная дорога, то, что у вас в Америке посылали людей на mm -hmm. чейн-ганг, mm -hmm. вот эти вот слипы сделать, да, это да. все делали женщины у нас, это была женская работа. Вот. Поэтому освобождение женщины иногда оборачивалось такими странными гримасами профессиональными. Но в общем и целом женщины чувствовали себя уверенно. Например, учителя начальных классов почти все были женщины. Половина учительского состава были женщины. Да. В музеях очень много было женщин всегда. А в театре на обслуживающей стороне. И так далее и тому подобное. Поэтому вопроса о равенстве прав с мужчинами не возникало, потому что женщины как бы достаточно имели поле для своей деятельности. И даже слишком много, потому что как в маляры мужчины не шли, а шли, туда только женщин посылали. Но это не вопрос о, ну, о деньгах, опять-таки, что это просто разные зарплаты для такой же работы или... Или нет? Вы понимаете, мне кажется, в Советском Союзе вопроса разницы зарплат не возникал, потому что есть такое понятие, как штатное расписание. Да. Если да. вы, не знаю, там... Учитель младших классов, то у вас есть ставка, она для всех одинаковая. И вот это будет одинаковая. Женщина или да. мужчина да. не имеет не никакого важно, значения. Не важно. А, в Советском Союзе не было рынка рабочей силы, угу. поэтому все работали, угу. да. и зарплата в принципе была довольно таки однородная, одинаковая. Если, скажем, в сегодняшней Америке разница между самой низкой оплатой угу. и самой высокой исчисляется, может быть, в тысячных коэффициента, то в России это было 5%. Да? Uh -huh. а, директор завода получал yeah. 500 рублей, а инженер получал 100. Ну, правда, уборщица yeah. могла получать 60. Но, в принципе, разброс был не такой уже колоссальный. Yeah. Yeah. Конечно, бедные люди или бедные инженеры завидовали директору, но они завидовали только в пять раз, а не yeah. в тысячу. — А ты все раз, да. да интересно. Yeah. Ну, из-за всех этих, скажем так, щекотливых тем, какова была вот ваше любимое, скажем, на на вашей программе, вы э, вот, начался разговор и вдруг возник возникла тема. Да, мы, мы начинали в 1987 году. Так. И мои любимые гости это были, как я их называю, знаменитые исторические предатели. Ну а кто это А Гордиевский Олег ага, Антонович. Ага. У которого замечательная совершенно история. Так. А второй человек – это автор многочисленных военных исторических книг Виктор Суворов, uh -huh. настоящее имя Владимир Резун, который был офицером ГРУ в Австрии. Uh -huh. И который бежал по своим там внутренним у них какие-то были неприятности в ГРУ и одна группа начинала поедать другую и он просто так сказать спасался от всего этого внутренних разборок и он бежал в Англию вот но с ним очень было сложно потому что на нем было два смертных приговора ГРУ предателей не прощает и он mm. знал по, по примеру Пеньковского и других людей, так. что за ним охотятся. Wow. Поэтому, когда меня с ним познакомил Буковский, и мы договорились, что я поеду к Буковскому домой, где будет встреча с Суворовым, Буковский жил в Кембридже тогда, mm. я жил в Лондоне. Я заранее вышел из дома, сел в машину. А машина не заводится. У нее то ли аккумулятор сел, то ли стартер не работает, я не знаю. Я звоню Буковскому и говорю, машина сломалась, еду поездом, возможно, опоздаю. Вот я приехал, наконец, в Кембридж, пришел к Буковскому, там в саду сидит Суворов и нервничает. И он мне сказал, первая фраза, он говорит, послушай, Сева, в нашем деле или ты приходишь вовремя, или не приходишь никогда. Поэтому на встрече с вором я больше никогда ни на минуту не опаздывал. Он мне объяснил, что в разведке военной так. есть правило. Если у вас встреча с каким-то агентом или с кем-то, скажем, в 11 часов, вы приходите в это место в 10. Ходите петлями, смотрите, не просматривает ли кто-нибудь район, нет ли слежки и так далее. Уходите, приходите, запутываете и так далее. Поэтому уж если ты час ждал ты в настоящий момент будешь стоять секунда в секунду и вот так вот с суворовым конечно потом только так и общался с уворовым очень была щекотливая ситуация по смыслу его речи и по смыслу его книги он угу. тогда впервые написал аквариум и мы собственно аквариум обсуждали он еще был не издан угу. я читал его только в рукописи. — Суворов применил к анализу начала Второй мировой войны, mm -hmm. а это не аквариум, мы обсуждали а ледокол, простите, mm -hmm. он применил mm -hmm. к анализу Второй мировой войны правила и методы анализа ГРУ, а именно, mm -hmm. они все натренированы обращать внимание на мелкие незначительные детали, которые буквально валяются у всех под ногами. Но собрать воедино в общую картину никто не может, потому что это специальная техника военного, военной разведки. Например, перед началом войны отслеживали цену бараньих шкур на европейском угу. рынке, и было известно, что шкуры эти в цене не поднимаются. Это значит, что их никто не покупает. Это значит, что немцы теплых полушубков себе шить не будут. Это значит, что они собираются войну закончить буквально в 3-4 месяца. И если затянуть немцев в русскую зиму, они все замерзнут и помрут. Вот так это и было все сделано. Это все было благодаря военной разведке. И вот Суворов, используя всю эту методу, набрал совершенно целый ряд исторических свидетельств доказывающих его теорию о том, что Сталин первым готовил упреждающий удар, что было подготовлено почти миллион парашютистов, mm -hmm. что были сделаны легкие танки, которые могли снимать гусеницы и ехать по европейским дорогам на колесах, что у западных границ были сосредоточены вагоны и поезда на узкой колее для Европы. Mm -hmm что немцы нашли больше 100 тысяч офицерских хромовых сапог, в которых армия, войдя в Европу, должна была выглядеть, так сказать, щеголевато, и так далее и тому подобное. И вот Суворов из всех этих мелочей собрал совершенно другую картину. Его теория шла в полном разрезе и в полном противовесе к существовавшей тогда, установившейся и... Эк э академически поддерживаемой теории о том что гитлер значит да. нарушил договор да, и так да, далее да. и когда я пригласил суворова то у нас на службе ходили люди которые верили традиционной истории и говорили кого он выводит в эфир угу. какой-то танковый офицер угу. самозванец который хочет переписать историю мы тут читаем Академика Волкогонова там, и прочие там имена. И против этого были все. А Академия Российская и Академия Английская. Потому что, как вы знаете, ученые, если они потратили полжизни на написание книги да. в каком-то ключе, они да. менять свое мнение быстро не будут. И у меня был конфликт тогда. Скрытый английский такой конфликт. Я работал из дома. И в, в ту субботу должен был состояться, значит, вот выход в эфир Суворова в живой эфир, а живой эфир, он, если сказано слово, его назад не вернешь. Угу. С мотоциклистом директор русской службы прислал мне записку о том, что личность неоднозначная, теории, которые он высказывает, не подтверждены, и поэтому я просил бы снять его с эфира. На что, что я Дэвиду ответил. А я тогда жил в английской семье, чувствовал себя англичанином и плевать я хотел на его мнение. Я ему написал: дорогой Дэвид, конечно же я готов учесть ваше мнение, но я сниму эфир только в том случае, если высказанное вами в записке является официальной позицией BBC. Вот. Он, конечно, забоялся такое сказать, потому что это было его личное мнение. И Суворов вышел в эфир. Если вы возьмете первое издание «Ледокола», то в, в предисловии он с благодарностью вспоминает команду «Севооборота», угу. потому что мы пробили этот лед, книга «Ледокола», и мы ему лед пробили. Он вышел в эфир, и все остальное уже стало историей. И я горжусь тем, что... Я как бы не прогнулся перед начальником, вот. но поступил, может быть, неосмотрительно. А, а вы сказали, что он не, не, не только один раз появился. Он То потом он... был у нас 19 раз. Серьезно? Он приходил со всеми новыми книгами. Он потом писал. Это был ваш, ваш выбор, то есть чтобы он он был несколько ну, раз у вас. И, конечно, потому что ага. у него этот ледокол разошелся тиражом в России больше 10 миллионов. Конечно, конечно. И все последующие книги тоже шли миллионными тиражами. Угу. Поэтому, если ты приглашаешь такого гостя, то полстраны тебя сидит и слушает. Вот. BBC потом поняли, что это как бы нормальная редакционная политика. Вот. Ну, мы потом ему давали мягкие советы, чтобы он личных выпадов не mm -hmm. делал, а рассказывал mm -hmm. там по, по сути right. по фактам, yeah. что он и делал. И мы с ним очень потом были дружны. И, и, ну, и, в общем, до сих пор, когда мы по телефону разговариваем, он говорит, ледокол напротив. Ну, а кто вообще подбирает гостей? Это была моя забота. На севообороте обороте это была моя головная боль. А я заранее там раскидывал сети, искал, звонил. В общем, вся неделя практически уходила на это. Но если совсем уже была пустая неделя, и никого в Лондоне не появлялось, у нас всегда был запас. А именно письма слушателей. Это у нас была любимая передача. Потому что мы могли сами отвечать на письма слушателей, нас было три человека в команде, угу. а я делал команду по принципу Beatles, чтобы были разные все голоса, или белоснежка и семь гномов, знаете? Вот, вот. вот. Там Грампи, там -то, Sleepy, такой, то такой, да -да -да. вот и так далее. Я был нейтральный человек, который общую тему всю это вел, а потом у нас был Леонид Владимирович Владимиров Финкельштейн по жизни, угу. а. Старый журналист блестящей подготовки, который в лагере сидел, там чуть не погиб. свирепо совершенно антисталинист. Человек невероятной эрудиции и журналистского любопытства. Так. Когда выходили новости, он, опрокидывая стулья, бежал к радио или к телевизору, чтобы послушать, что произошло. И вот с таким напором журналистским он жил всю жизнь пока не умер там 91 год, понимаете? А третий человек был мой друг Алексей Леонидов в эфире, Лео Фегин, ведущий джазовой передачи, который что? меня привез на BBC. Я его любил за то, что он говорил красивым тенором и легко смеялся. Он говорит «Ха-ха-ха-ха-ха» сразу. Поэтому у меня была гарантия реакции на какую-нибудь мою шутку, понимаете? Вот. А Леонид Владимирович у нас был такой материалист, так. да? он никаких наших идеалистических позиций не поддерживал. И поэтому у нас был такой баланс: mm -hmm. да. один материалист такой из прошлого, человек, знавший блестящий Советский Союз, я как бы вел общую тему, а Алексей yeah. отражал то, что происходит в Англии. Там у него была рубрика События недели. Вот так мы совершали Но когда мы беседовали с гостем, то они могли по мере необходимости вклиниваться, потому что я тоже всего не знаю, и я готов в общем вести разговор, но если речь касалась каких-то там исторических угу. ссылок и все, тут уж Леонид Владимирович был король. Мы про него шутили, что, что он был везде, всегда, и на Северном полюсе, и когда взлетал Гагарин, он там стоял, ему махал, да? и когда Гагарин опустился, то уже, уже с цветами его встречал и так далее. <свят> У Леонида Владимировича всегда были знакомые везде, во всех сферах, во все времена. Поэтому он мог говорить о 30-х годах и 40-х, о войне. Но последняя деталь. Он был как раз участник этой программы подготовки сталинских парашютистов. Так. Он был заслуженный мастер спорта по прыжкам с парашюта. Он совершил тысячу прыжков. Поэтому, когда началась война, его тогда, молодого еще студента, Конечно. взяли сразу, сразу, и он с парашюта прыгал к партизанам. Вау. И оттуда потом, не знаю, как они его вывозили, но вот он за линию врага. Да, да, Надо да, над немцами да, было пролететь. Да, да. И он там рассказывал нам ужасные истории, я их пересказывать не буду, а то вы спать не будете. Ой, не надо, вот этого не надо только. Интересно очень. Да. Мы ну, немножко говорили о, о этих письмах слушателей. Ага. А пишите, пожалуйста, ваши слушатели, кто они такие? Ну, слушатели начинались. Это были подростки, которым mm -hmm. нужно было заказ сделать или потом мы придумали викторину, чтобы они угадывали, и я им посылал пластинки, ну такое, чтобы начать этот а процесс. Это еще 70-е годы или это уже позже? Началось с самого начала, мне кажется, 80-е. 80, -х. 80 -х. Да, но первая передача по письмам вышла в октябре 79 -го года, вот. и когда они поняли, что, во-первых, можно писать, во-вторых, что письма твои прочтут. И в-третьих, что ты был в эфире. А потом я им посылал какие-нибудь подтверждения, там, письмо... Спотписи, 15 секунд славы, От да? Открытки, <с> да? да, или там пластинки стал славать. Так что народ уже активно подключился. И по мере развития вот этого нашего эпистолярного жанра выдвигались вперед люди, которые писали смешно, mm -hmm. а разнообразно, остроумно. Понимаете? И тут уже... Свой появился жанр слой, да, вот появился слой, который все чаще и чаще выходил в эфир, а люди, которые писали неинтересно, уже в эфир не выходили. Понимаете? И так создался эпистолярный жанр со своими героями. Угу. А уж когда был все в оборот, то это был конец 80-х, там уже почту начали пропускать, и люди, понимая, в каком жанре письма будут востребованы, стали вот нам писать вот так. Были очень смешные некоторые, очень остроумные, очень глубокие. Например, вы помните, какие. -нибудь? Но я помню, нам написали люди профессиональные юмористы. В Екатеринбурге выходил журнал Красная Бурда. Он сейчас опять стал выходить. Okay. Это уже не те первоначальные острики, но вот и я помню, мы со стульев падали, когда читали их письмо. Они говорят: вот мы пришли в музей, а там висят три картины. Первое ⁇ непорочное зачатие. Угу. Вторая картина ⁇ непорочное зачатие в гамаке». И третья картина ⁇ непорочное зачатие стоя на лыжах. Все ясно, все ясно. В общем, вот такие вот люди. Здорово просто. Ну и, конечно, живость эфира. Во-первых, надо вспомнить, что Севоворот был первой передачей в живом эфире. Сейчас, mm -hmm. когда весь российский эфир живой, мало кто вспомнит, что это была калька, что это была темплейт, mm -hmm. что это был шаблон, mm -hmm. по которому потом mm -hmm. все развивалось. Ну, во-первых, там мы пили вино, там шутили, разговор был непринужденный, и, но он был достаточно подготовленный, потому что на первых передачах ход мысли все был прописан мной с продюсером. Он спрашивает, вот это, потом переходит к этому, и так далее. Приблизительно года, два или три спустя я научился держать структуру всего часа в голове. Ну, уже как. Ну, вроде да. ток-шоу уже. Ну, это ток-шоу, и... да. Но да. просто ты структуру всю уже ага, помнишь. Ага. И мы играли музыку, потому что или песни, или композиции, которые в тему входили, угу. либо мы просто просили гостя что он хочет услышать и как это сопрягается с его историей. Так что там были элементы музыкальные, все. Ну и вот, конечно, передача была очень популярной, пока ее не прикрыли в 2006 году. Ну, а как, по вашему мнению, вот в чем включилась вот ваша популярность или популярность программой? Вы понимаете, Сила если баба. если вы Соловья спросите, от чего он так красиво поет, он петь перестанет. Я понимаю. Вопрос, вот. вопрос такой несправедливый, не я да. знаю, но... но но секрет в общем состоит в том, что э, во-первых, я до этого был на гастролях там 12 лет и я понимал аудиторию, на что она будет реагировать, на что нет. Мне очень важно было не оставлять людей равнодушными. Uh -huh. Затем, во время гастролей я насмотрелся на судьбы молодежи, и особенно молодых девушек, которые в провинции чувствовали совершенно себя ужасно. Это было почти как рабство. Хм. Мужики кругом, это мачо-калча такая, знаете? Да, да, да. Все пьют, все девушек хватают руками, там, да, угу, с ними уже угу. не поспоришь. Угу. А в провинциальных городах э, большие сплетни. Если она с кем-нибудь встречалась, весь город узнает, а на ней уже клеймо. И я наслышался жутких совершенно историй из женской жизни. Поэтому я к ним тоже очень сочувственно относился. И к молодежи. Поэтому я и старался их развлечь. Я старался им показать, что есть какой-то другой дружеский климат. Да? Mm -hmm. В общем, я к ним относился как к товарищам. И мне важно было, чтобы это было интересно и смешно. Не знаю почему. Но это вот, видимо, с гастролей у меня остался этот сильный импульс. Потому что каждую неделю я садился писать свои сценарии и очень мучился. Потому что надо было придумать что-то интересное, смешное. А я ни по возрасту, ни по жанру уже не в этой аудитории. Мне уже там было 40 лет, там за 40. И я Малове себя все время заставлял. Вот, и у меня остались десятки... То, что я называю амбарные книги. Такая барнбук, знаете, такая да, здоровая. — знаю. Куда фермеры записывают, да, сколько он да. пшеницы продал. Так вот, я записывал туда все черновики, что в голову придет, и так далее. У меня были какие-то заделы, и какие-то список возможных шуток. Там, так что такой-то такой архив еще сохраняется. Ну, у меня на полке стоит, да. да. Здорово. <с> Это здорово. <с> ну, у меня всякие там шутки, например, Совет электрикам. Надо сделать прививку от удара током. Хороший совет, между прочим. Или малярам. Это совет Есть хорошая краска, полосатая и клетчатая. И клетчатая. Понятно. Ну, или тогда в моде были плакаты, какой-нибудь рабочий стоит и говорит молодежи, там, приходите к нам, там, ковать, там, что-то бить, и все. И у меня был проект такой, стоит бетонщик, человек, который бетон льет. Да. Да. И он стоит вот перед этим жидким бетоном и говорит молодежи: сегодняшняя жижа завтра станет камнем. То есть они молодые, не оформившиеся, они жижа еще, понимаете? Но они затвердеют, и они завтра будут руководить страной. Понимаете, вот поэтому девиз бетонщика. Ну как в настоящее время, а, а как часто вы еще бываете сейчас в России? Сейчас еще? Сейчас сейчас такой уже сбор урожая, угу. даже в не смысле? столько урожая, сколько уже торговля сухофруктами. Товарищ понимает. Родился новый жанр. Значит, дело было в Индии. Штат Гоа. Угу, угу. Там есть деревня Арамболь и длиннющий пляж длиной, там не знаю, в 5 километров. Туда ездят русские зимовать. Приезжает каждую зиму тысяч двадцать человек. Да, там да. дешево, тепло, да, конечно. много русских. Есть свой культурный центр. Они устраивают концерты, там танцы, все. И вот туда, но ну, а там музыка эзотерическая. Туда люди ездят, которые могут траву покурить там, или какие нибудь йогой заниматься, какой-нибудь такой вот индийской эзотерикой. Mm -hmm. Туда приезжал Гребенщиков mm -hmm. из аквариума. Mm -hmm. Он приехал, по-моему, один или там с, с каким-то одним музыкантом. И когда концерт прошел хорошо, у них там есть такой культурный центр, АШ называется, под открытым небом, на берегу реки, под деревьями – Тепло, красиво, огоньки мерцают, там какие-то художники рисуют волшебные картины во время концерта. Все. И вот спросили Гребенщикова, Борис Борисович, а вот кого бы нам еще сюда пригласить? И Борис Борис почему-то, не задумываясь, сказал, а пригласите Севу, он вам что-нибудь тут расскажет. И мне организатор этот, Вася Аш, говорит, ты понимаешь, Сева, если гуру, Говорит, что-то, не задумываясь, это надо выполнять. И они поэтому есть, пригласили. пригласили значит, нас, да. мы с Ольгой поехали в Далекую Индию, летели 10 часов. Кова. Да. И там был концерт. Ну, первый концерт такой не сформировался, он был комом. Но потом родился жанр, уже стало понятно, в какую сторону мне двигаться. И потом вот эти вот сухофрукты, которые мы назвали. Они были уже потом в Болгарии, Варне, Дюссельдорф, Берлин, Украина, Киев, Харьков, там Полтава, а потом были гастроли недавние уже по России: Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Причем уже вот российские гастроли организовывала профессиональная команда, владельца которой я знаю очень много лет. Он молодым человеком, его зовут Эд Ратников. Он молодым человеком приехал сюда, в Америку uh -huh. и в Калифорнии работал с рок-группами, как Роуди, таскал им ящики и yeah, yeah. все. Поработал несколько лет, изучил uh -huh. гастрольный бизнес, приехал в Россию, открыл свое агентство. Сейчас это супер-мега-агентство. Вот они сейчас привозят в Россию а, немецкую группу Рамштайн. Uh -huh. Количество зрителей 60 тысяч. Вы представляете, организационные какие там э, у них, да, задачи стоят. Так вот, они организовали мне эту поездку в Питер, в Москву и в, в Екатеринбург. В Екатеринбурге мы выступали в Ельцинском центре. Mm -hmm. Это очень интересное здание, mm -hmm. и ребята, которые приехали туда на концерт, наши все, они были под большим впечатлением от музея, от Ельцина, mm -hmm. и очень даже были растроганы. Потому что там есть какой-то даже эмоциональный очень сильный ряд. Это да. В Москве это был центральный дом художника, который, да. говорят, у художников отнимают да. сейчас. Да. Вот, и в Питере был знаменитый дом культуры Газа. Ну, в общем, и так вот родился жанр. И так меня по жизни как-то уже и дальше внесет. Вот. А узнав о том, что есть такой вот жанр, подключаются другие люди. Так что мы будем смотреть. Будем. Сейчас на Украине происходят очень интересные события. Неизвестно, кого выберут, но ясно, что будет какая-то перемена политического климата. И там есть люди, которые мне делали украинские гастроли. Вот они пробивают на телевидении значит, с телесерию. называется Знакомьтесь, Украина. Угу. Когда скажем, вот джентльмены за границей, даже с претензиями на джентльменство будет есть по разным частям Украины и знакомиться с тем, что скрыто для остальных. И я им еще предложил, что я буду активно изучать украинский язык во всех его региональных модификациях. Ну, там, несколько фраз, предполагаю. Да, да. Ну, в общем, вроде бы канал согласился, но сейчас, поскольку выборы, на несколько дней все это тормозилось. Это я просто хочу сказать, что горизонты открываются совершенно разные, и никогда не знаешь. Ну, кроме того, вот здесь у нас есть, вы будете тоже с ним встречаться, Сергей Панцирев, создатель mm -hmm. и веб-мастер сайта seva.ru, где мы в конце концов открыли магазин по принципу плати сколько хочешь. Есть рекомендованная цена, там, скажем, аудиокнига там может стоить 9,99. Но позавчера какой-то наглый человек купил эту книгу в трех копиях заплатив один цент но мы не против этого пожалуйста это очень прогрессивно принцип, что... принцип важнее понимаете так, так но я даже не стал ему отвечать там обычные свои фразы спасибо за поддержку я думаю за копейку ты от меня письма не получишь но это о чем говорит что у нас есть маленькая коммерция потихонечку, книжечки продаются, мы не связаны с издательством. Книги а. все либо в электронном, либо в аудиовиде, их скачал и слушай. Да? Поэтому сколько купит, все наше. Значит, просто все по принципе, да? Да. То есть, платить, что можно. Сколько хочешь? Сколько да. хочешь. Но mm -hmm. был человек из банка, большой фан. <связывания> Когда родина даже заплатил какую-то сумму там с нулями, понимаете? Один <связывания> раз такое было, но в виде подарка, знаете? Так что всякое бывает. Ну, вот и такой наглый вопрос. А вы видите в новом поколении молодых русских следующего Сева Новогородцева? Есть, есть, уже... есть модный интервьюер, его зовут Дудь. Д-У-Д, угу. мягкий -Д -Д, знак, Дудь. 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 Но он нравится молодежи тем, что он задает непристойные, прямые, наглые вопросы. Вот. Типа, когда у вас последний раз был секс там или прочее? То есть после таких вопросов в Англии человек должен снять, сорвать себе микрофон и с достоинством уйти. Но в России это идет потому, что выросло такое полухулиганское поколение, которое росло в период прихватизации, вы знаете это слово, это да, когда да. государственные бывшие социалистические да. деньги были поделены среди небольшого количества людей, угу. и в бедной России вдруг появилось рекордное количество миллионеров и миллиардеров, угу. где для крупных сумм уже пришлось выдумывать жаргонные слова. Миллион это лям или лимон. Да. Да? Да. А миллиард – это ярд. Я ему дал два ярда. Я говорю, ну отдавай мне там 5 лярдов и так вот далее. Да? То есть люди оперируют какими-то огромными суммами, причем в наличных. Я знаю историю, как в Швейцарию приехал человек покупать какой-то огромный замок. Угу. И деньги он привез в футляре, в жестком футляре от контрабаса. Mm -hmm. То есть вся эта вот штука огромная была наполнена <laughs> американскими банкнотами. Wow. Wow. А ваша пачка 100 по 100 долларов так. 10 тысяч долларов так. на русском жаргоне называется котлета. <laughs> <laughs> вот он котлетами набил этот, значит контрабас и привез деньги. Так вот люди, выросшие в этой самой обстановке, это совсем другие люди. Они mm -hmm. жестче, они грубее. И те люди, которые, которых родители хотят вырастить цивилизованными людьми, они как правило отправляют их вот. учиться за границу. Европу, куда угодно. Да, 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 да. Поэтому такое происходит разделение. И вот этот дуть, он соответствует сегодняшнему рынку. Ну, он не только задает как бы грубые вопросы, он в принципе молодой человек такого крепкого темперамента, с хорошим голосом, mm -hmm. так что в нем есть, конечно, определенные достоинства, которые людям нравятся. Но э, э, Севановгородцев, Новгородцев, который бы и сочувственно относился к собеседнику, пытался двигать какие-то позитивные эмоции и раскрывать, да, расширять сознание. Ну, может быть, есть, но они, видимо, сейчас не особенно популярны. Ну, трудно очень определить на самом деле правда? Ну, то есть для каждого только... периода есть свои герои. Вы понимаете? Есть, да. Вы да думаете, да, да. да? Конечно. Не думайте, что очень много зависит именно от времен. То есть в каких вы живете, что происходит, что что творится. Ну, скажем, именно в сей момент в стране, в мире Конечно, и так далее, да. не только от человека, да. но, но, но ну, также от вот интеллигентные люди, особенно которые помнят uh -huh. то, что было в культурной жизни России, с ужасом реагируют на происходящее на Первом канале ОРТ. Вот, вот. Самое страшное, что происходит, ожесточение характера, uh -huh. падение uh -huh. нравственного понимания жизни, общества и людей. И с этим багажом стране потом жить. Mm -hmm. Это э, воспитывается новое варварство. Такие новые телевизионные гунны mm -hmm. заполняли Россию. Mm -hmm. Этому, конечно, есть оппозиция. Но эта оппозиция неявная. Она не имеет, может быть, большого выхода на телеканалы. Но, как всегда было, раньше собирались на кухнях, чтобы mm -hmm. рассказывать антисоветские анекдоты и, беси и беседовать mm -hmm. о самом сокровенном. Может дело дойти до новых Может. кухонь в Москве, в Ленинграде и прочее. Но, во всяком случае, новая оппозиция, а ее очень много среди молодежи, они находятся в противостоянии к власти. И есть принцип. Приличные люди телевизор не смотрят. Его называют зомбоящик. А? Да, Приличные да. люди ходят да. в какие-то кафе, где кучкуются такие люди, ходят в какие-то свои театры, ходят в какие-то общества, кружки, не знаю, там, союзы художников там и так далее. То есть происходит то, что было в нашей молодости. Мы играли джаз, и мы с советской властью не хотели иметь никаких контактов. Вот, вот. к этому все и возвращается. Ну так, и как последнее, последнее слово. А вы считаете себя... Оптимистом или пессимистом? Ну, когда я один, и мне надо книгу писать, то я пессимист. Так. А так вообще для людей я, конечно, оптимист. Потому что это моя функция. Меня как бы высшие силы поставили на эту работу. Вот. И я не имею права унывать, и я должен людям помогать до последнего вздоха. Чем я и собираюсь заниматься? Здорово, прекрасно. Спасибо вам спасибо большое. Вам. Огромное спасибо. Успехов вас также. you uh -huh.